Всем привет! Мы понимаем, что есть много людей, которые хотели бы озеленить свое пространство, но боятся, что им не хватит времени на уход за растением. А также, если вы начинающий цветовод, то лучше и проще начать свой путь с растениями, за которыми легче ухаживать. Поэтому мы решили рассказать вам о нашем топ-5 растений с минимальным уходом. Далее я покажу растения и расскажу об уходе за каждым из них. Первое место в нашем рейтинге растений с минимальным уходом занимает Замиокулькас. Растение отлично сочетает в себе красоту и неприхотливость. Растет в комнатной температуре. Его можно расположить в тени, недостаток света Замиокулькас переносит стойко. Но если вы дадите ему больше света, растение чаще будет радовать вас новыми побегами. Полив Замиокулькасу подходит очень редкий. Растение накапливает воду и может долго обходиться без влаги. Второе место в нашем рейтинге занимает Сансевьерия. Это растение знакомо многим. Оно не требует никакого специального ухода. Сансевьерия хорошо чувствует себя в комнатной температуре. Растение можно расположить в тени, но при наличии яркого рассеянного света оно будет расти активнее. Полив требуется очень редкий, не переживайте, что вы засушите это растение. Третье место в нашем рейтинге занимает Налина. Растение хорошо переносит летнюю жару в силу своего происхождения. Для периода покоя зимой Налине достаточно 10 градусов. Растение можно расположить как на солнечном окне, так и в полутени. В своем стволе Налина накапливает воду и питательные вещества, так что об частом поливе беспокоиться не нужно. Перерывы между поливами должны быть длинными. Четвертое место в нашем рейтинге занимает Драцена. Это растение очень похоже по внешнему виду и уходу на карделину. Комфортный диапазон температуры от 18 до 23 градусов. Яркое освещение Драцене не нужно, подойдет полутень или тень. Частый полив Драцене также не нужен. Пятое место в нашем рейтинге занимает карделина. Это небольшой кустарник с зелеными листьями, которые могут иметь цветные полосы и пятна. Пышная макушка карделины напоминает пальму. Это растение предпочитает комнатную температуру от 18 до 23 градусов. Пестрые сорта нуждаются в большем количестве света, а сорта с зелеными листьями можно разместить в тени. Важно помнить, что все растения нуждаются хотя бы в минимальном количестве света для процесса фотосинтеза. Мы советуем не заливать карделину и хорошо просушивать ее между поливами. Это наш топ-5 растений с минимальным уходом. А какие растения самые неприхотливые, по вашему мнению? Поделитесь вашим опытом в комментариях. Все растения можно приобрести на нашем сайте, ссылка в описании видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, это очень важно для нас. Если вы хотите, чтобы мы сняли видео на какую-либо определенную тему, напишите нам об этом в комментариях.